Добрый день. Меня зовут Худяков Яма, находится в спортивном комплексе «Алмаз», где в рамках первого тура первенства «Безос», сейчас команда «Транс-МТ». Мне настраивается на матч с «Зелёных футболков». И команда «Планта», местная команда «Северного», хозяева площадки. Зачарован такого точного удара.
два игрока прикрывают штанги. Вот. Очень небольшая область, чтобы направить мяч в ворота. Бьет. Бьет. Попадает в стенку. На этом время заканчивается. Шестой фол не был назначен. Потехин за споры с судьей получает желтую карточку. Судьи испугают команды. Говорят, что решающее слово за ними. Входим на перерыв. Вот небольшая была еще доигровка первого тайма. За спорной ситуации. И вот теперь уже точно матч тайм-тайм завершается. Входим на перерыв. Куда мощнейший? Куда управляет? Михаил Мирскуев, 88 номер. Мощнейший удар. Илья блокирует. Мощнейший удар. Мяч хотел. Повреждение, получил удар в спину. Нижний угол. Мощнейший удар. Штанга получает. Пробила Михаил Гусев. Данил начинает атаку. Атаку драйв дал. У него не получилось. Желтую лоточку получает Андрей Вострин. За споры с арбитром. Корчагин выиграет воздух, но Олег цепко действует. Очередная штанга. Хорошая комбинация. Алексей Чесов пробивал, но голкипер реагирует. Небольшое повреждение. Алексей Корчагин получает. Просит замену. Удары перекладина выручает. Мощнейший удар. Борьба. Александр бьет. Алексей Ромашин будет пробивать. Алексей Ромашин. Возможность. И как-то не получается пробить у Андрея Шилка. Комбинация очень хорошая. Удар, касание. Мощнейший удар. И наконец-то Артем удается направить мяч в ворота. Это было очень много попыток. Мощнейший удар Сергея. И все-таки голкипер коснулся мяча. Все начинают атаку. Хороший пас на Михаила. 1-1. Евгений Потехин действует надежно. Хороший пас. И снова Евгений выручает команду. На подборе Артем, Михаил. Мощнейший удар, но мяч выше перехватит. Перехват, планты, и на стенку. Отличный дриблинг, удар. Отличный дриблинг у Алексея. Бьет, попадает прямо в другую. Потеря, атака 2-1.
розыгрыш. Ложил удар. Гений так просто не проведешь. Передача 12, ворота пустые. Артем пробивает. На счету Алексея Самойлова, капитана команды. Счет у нас становится 4-0. Пользу Планты Алмаз. Тонов Качеку. Караулем. Пас между ног, удар. И не удается Артему Грифтову мяч. Играет площадку. И на этом матч заканчивается. Победу одерживает команда Планта со счетом 4-0. Команды Транста были никакие возможности забить, но удача была не на их стороне сегодня. Поэтому процесс завершается. Спасибо всем за внимание. До свидания. Удачи. Интервью нам дает Алексей Самойлов, нападающий команды Планта. Алексей, поделись впечатлениями. Как легко, тяжело было? Игра была нелегкой. На высоких темпах проходило. Соперник серьезный, но просто ребята у меня настроились хорошо на игру, на победу. На открытие сезона? На открытие сезона, что вчера. А вчера как вы скидали? Вчера 7-1 выиграли Титан Магнит, ага. Саудинский. То есть у вас удачный дебют? Да, начали сезон хорошо, надеюсь, в дальнейшем также будем. Кого-то, может, выйдете в составе своей команды, кто сегодня отлично сыграл? Сегодня нет, все ребята. Все хорошо. Все бойцы, да. Достойно. Ага, ну спасибо вам большое, удачи в следующих играх. Все, спасибо большое, счастливо. Интервью нам дает защитник команды Транс-Т Сергей Назрин. Сергей, поделись впечатление о матче. Тяжело, легко было? Ну, матч складывался достаточно своеобразно. Сыграли не в свою игру, поддались на игру соперника. Что еще сказать? Команда новая, пол состава новый, поэтому еще сыгрываемся. Я думаю, в дальнейшем покажем другую игру и сделаем все, чтобы максимально показать себя в этом чемпионате. А скажите вот комментарий по эпизоду в конце первого тайма, что там было? В каком конкретном эпизоде? Ну, когда вот не назначили шестой фол, по-моему, по вашему мнению. Ну, у вас же записано, там все посмотрим, что было. Так сейчас говорить. Шестой фол был, что? То есть фол было подозрение на шестой фол, и поэтому такие споры начались. Ну, вратарь отдал игроку пас, ага, игрок ага. Начинает прокидывать, его сзади сносят. Как это не шестой фол? Ага. То есть время еще оставалось, да? Тогда еще, конечно, оставалось время. Ну, в составе кого-то, может, своей команды выделите? Кто сегодня хорошо сыграл? Сыграли сегодня все плохо. Все плохо? Да. Никого не... Да. Ну, в составе соперника, может, кто-то понравился? Чья игра? Соперник играл как обычно. То есть никого, да, никого да. Не выделить. Ожидаемо было, что он так будет играть, как сегодня. Да, ну спасибо, Сергей, удачи вам в следующих играх. Спасибо, до свидания.